Добрый день, дорогие друзья! Сегодня мы продолжаем знакомить вас с обрядами и с обычаями самого любимого летнего праздника – праздника Ивана Купалы. Характерная примета праздника Ивана Купала – это многочисленные обряды, обычаи, связанные с растительным миром. В Иванов день травы, собранные в полночь, приносят домой, высушивают, ими окуривают дом, лечат больных, бросают в растопленную печь во время грозы, чтобы предохранить дом от удара молнии. Ими делают девушки приворот и делают отсушку. В саду гуляла квиты, сбирала, в саду гуляла. Чарувала, в саду гуляла, квіти збирала, кого любила, причарувала, причарувала серце і душу, причарувала серце і душу, тепер з тобою ходити мушу, причарувала серце і душу, тепер з тобою ходити мушу. Я сплету вінок, покладу його у стрімкий струмок. Ой, віночку мій, квіточка моя, розкажи йому, як сломую я. Випливи вінок, ой, пливи, милого додому позві. Серденько за ним крається, хай скоріше Я читаю.